eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Ну что, дорогие друзья, возвращаемся в прямой эфир. У нас очередной матч. Напоминаю, что это у нас квалификация SEA, квалификация на International 4. И у нас очередная пара команд. Итак, First Departure против команды MVP Phoenix. Ну, что хочется сказать. Я вам сейчас поставлю сетку и вам расскажу, собственно, в чем суть. Так, сетка не обновленная. Вот, вот так вот будет получше. Итак, матч, который позволит MVP Phoenix... Может позволить, так вот будет, наверное, точнее, MVP Фениксом закрепиться вместе плей-офф и уже 100% выйти в этот самый плей-офф и там сражаться, собственно, да? Потому что у них сейчас счет 5-2. Если у них будет 6-2, то вы прекрасно понимаете, что в плей-офф им слот обеспечен как минимум. Итак, ну там будет редкий расклад, если, например, они последнюю катку проиграют, тайбрейкеры там, ну... Победа будет, будет плей-офф. Все, все понятно. У First Departure ситуация очень-очень плохая. Они, так же как и Cypher, RQ, вот эти три команды, они... Практически уже лишились всех возможных способов, но есть еще один маленький шанс. Маленький шанс, что через тайбрейкер эти команды смогут попасть в плей-офф и там пытаться как-то вывести. Но опять же, я повторюсь, шанс этот просто мизерный. Настолько мизерный, что даже, наверное, внимание брать его, наверное, не стоит. Ладно, давайте сравнивать двух команд. Итак, видим, что в среднем... Винрейт получше у VP Фениксов стал, опять же, в последнее время начали побеждать, в этой квалификации просто показывают какие-то чудеса, выиграют всех и вся, ну, молодцы, молодцы, что ж тут добавить. Ну и смотрим, да, то есть в среднем киллов они делают больше, больше у них и смертей, ассистов тоже побольше, ну, поактивнее просто играют. First Departure больше такая, знаете, фармящая команда, видимо, плацки там у них поболее, вот, но КПМ, XPM, видимо, команда VP Феникс получше будет. Давайте смотреть на карту. Итак, First Departure сделали уже по несколько пиков. Взяли себе Tidehunter и Dazzle. MVP Phoenix взяли Бутрайдера и Дред Протектора. И в банах у нас Doom Viper. Минус также Тикер, Шадо Демона, Берспирит, Инвокер, Нагу Сирену и ТХД тоже забанили. Ну и вторая стадия пиков у нас сейчас идет. Ну что мы видим? Видим, что Tidehunter сразу ФД себе забрали. Это такой качественный оффлейнер. В последнее время набирающие обороты все больше и больше. Ну и связочка суппорта. Dazzle и Sinking от ФД. У Фениксов есть Батрайдер для инициации в качестве оффлейнера, есть Трент в качестве двух суппортов. В целом, пока зеркальные пики у нас идут в плане ролей, да, то есть мы имеем по паре суппортов и имеем по оффлейнеру. Ну вот сейчас будем смотреть за мидерами, либо за керри-героями. Итак, кто же будет фармить у ФД? Кто же, на ком же будет играть товарищ Чейнс? А может быть не Чейнс, может кто-то другой. Сейчас поглядим. Ну, это у нас на сегодня... Третий матч по счету, будет еще четвертый точно, но дальше все зависит от раскладов. То есть будет ли у нас тайбрейкер или не будет, будем уже думать в конце. И вы, конечно же, можете на нас видеть, мы обсуждаем, собственно, различные варианты на StarLadder 1 канале. Так что в перерывы, когда у StarLadder 1 заканчиваются матчи, мы врываемся. Так что смотрите, переключайтесь на этот канал, и там у нас идет аналитика, обсуждение и прочее, прочее, прочее. Ну что, взяли морфинга себе в First Departure, вот тот самый герой, на котором будут играть... Через которого будут играть ФД. Ну что, пик хороший. Ну и Феникс и ласт пик в этой стадии. Через кого же будут играть они? Ну, Фениксов я в рамках этих квалификаций еще ни разу не видел. Первый матч, который мне дается с ними покомментировать. Ну, играют они очень хорошо. Мало кому проигрывают. Даже могу посмотреть, кому они в итоге слили. Кто-то, после интереса ради. MVP Феникс. Так, они проиграли ребятам из Arrow. Ну, Arrow вообще никого не прощает. Меру только единственное поражение от Мифтраст. Вот. Ну и проиграли не команде RRQ, что, в принципе, очень интересно, потому что RRQ у нас та команда, которая практически уже потеряла свои шансы на попадание в плей-офф. Вот. Ну, а от остальных команд они просто побеждали, и Фениксы красивую тут и показывают. Так, Тепларочку они себе забирают. Это персонаж у нас в мид. Ну, соответственно, осталось им керри героя кого-то взять. И вот ФД неприятного керри для себя должны будут убрать. Посмотрим, кто это будет. Reserve time.
кого же смогут взять Феникса в данной ситуации. Ну, кого-то Сларк, наверное, есть смысл вообще забанить. Я знаю, что Феникс весьма неплохо на нем отыгрывают. Так, ну, пока думает у нас, собственно, товарищ Скриптед, который на капитанском слоте в ФД. Я вам предлагаю посмотреть какую-нибудь статистику по Фениксам. Ну, в частности, например, давайте на капитана посмотрим. На Марча. Как у нас, какую игру нам демонстрирует. Так, он у нас, ну вот, какие регерои, да, играет. В основном хорошо играет он на Бэтрайдере, видим. На оффлейне, что самое интересное, да, у него 100% винрейт. На Лигантропе у него 66,7%. Но в целом, видим, выборка-то не очень-то большая, поэтому сказать каких-то показателях, наверное, сложно. Ну вот видим, что в среднем за игру делает 4 килла, 4 смерти у него, ассистов 8. Такие вот средние показатели. Ну и давайте взглянем, например, на товарища Фориф. Вот он Фариф, да, оффлейнер команды, собственно, видим, что винрейт у него хороший на Эберспирите, что не свойственно, наверное, для оффлейнеров, но вот на них все Сларки надо периодически отыгрывать. Средний делает 5-4 килла, смертей 4,6, и ассистов 8,7. Так, у нас какие-то там пики были уже сделаны. Да, минус все-таки в Rave King делают ребята из ФД, Феникса забанили оффлейнера Дарксира, Драгонайта ФД забирают, ну и деф профит от Фениксов. Ну вот смотрите, через такое, знаете... Не лейтовую связку героев они пошли играть. Собственно, будет у них такой ранний пуш достаточно серьезный за счет экзорцизма. Ну, единственное, кто у них сможет выйти там хорошо в лейт, это какая-то Templar Assassin, например, да, с артефактами. Но в целом, конечно, у ФД пик по лейтове, я бы сказал. Но поначалу, конечно, будет сложно очень драться. Будет у них Драгонайт в миде стоять, трипла с Морфлингом, ну и Тайдхантер будет на сложно. Тут вроде бы все ясно. Окей, выбор сделан, давайте переходить к этой катке и смотреть, кто же в итоге окажется посильнее. Так, на сегодняшнем стриме у меня хочется посмотреть, кто у меня там последний матч будет, с кем, с участием каких команд. У меня будут Зефиры против Execration играть. Ну, в принципе, и та, и другая команда уже точно не падает в плей-офф. Такой матч аутсайдеров. Это будет последним на этом стриме. Итак, поехали смотреть. Are you ready? Ребята из ФД за Рейдентов. Лаби будет играть на Сэнкинге. КС у нас мид на Драгонайте идет. Чейнс на Морфе. Товарищ Скриптед будет играть на Дазлике. Ну и Дафа на Тайдхантере на сложный. Ребята из MVP Феникс. Суппортировать будет у нас Рейзен на Рубике. Хин на второй суппорт на Тред Протекторе. Марч у нас на Деф Профите. Куо на Тепларочке в миде. Ну и на оффлейне будет товарищ Фориф на Фениксе. Отправляется уже проставлять какие-то варды. Видим, здесь пролетает Фориф. Сапог у него уже есть. Поставить сейчас вардец. Да, вард уже тоже поставлен. Хорошо. Ну, в принципе, заблочил спаун. Мы видим, да, видеть будет перемещение каких-то суппортов. Это достаточно стандартный вард. Ну, обеспечит себе комфортное состояние на оффлейн позиции. Ну, важно, конечно, бэтрайдеру здесь получить себе просто какое-то количество экспы. Хотя бы левел 3 поднять и уже потом отправляться в свои леса и фармить себе стаки нейтралов для покупки быстрого даггера. Как мы это и привыкли видеть. Так, ну Лаби у нас с сапогом, мы видим. Ну, знаем мы таких сэнкингов, то есть то же самое. Через нейтралов будет выфармливать себе быстрый даггер какой-то и пытаться его реализовывать. Тазлик. Вот первый. Стоит с вардами. Ну, без каких-либо неожиданностей, то никто не отправляет трипла в агрессивную линию. Играет по дефолтному раскладу, трипла в легкой. Фармят керри-героя, а уже потом посмотрим, кто окажется сильнее. Ну, в целом, очень интересно, просто что в качестве семи-керри ребята из MVP взяли именно Death Profit. Поглядим, что у них с этого получится. Так, ну что, руна здесь у нас, это дабл дэмэдж, видит это прекрасно Дазлик. Ну и Рубик до последнего ждет, чтобы его забрать. Забирает. Будут ли здесь Лаби сейчас его инициировать, может немножечко было побить. Решили, что Рубик и на развороте может неплохо подраться, да, и не стали с ним связываться, правильно. Ну да, все-таки как-никак, а под 88 дэмэджа, под 98 дэмэджа. Практически сотня. Потягивается мид, немножечко помешать КСу. У КСа, видим, закуп на фаст ботл. Поэтому изначально, если не дать ему нафармить крипочков, было бы замечательно. Чем позже получит ботл, тем больше шансов, что у КО будет вначале небольшая доминация по крипам. Так, снизу Чейнс у нас. Видим, что пытается держать крипочков, чтобы подошли его крипы. Ну, чтобы плайн не пушился, в принципе, все понятно. Через Ring of Protection будет спокойно фармить. Ну и, в принципе, я не думаю, что Бэтрайдер ему сможет как-то помешать. Та же самая ситуация и на топ-лейне. Ну, хотя Тайдхантера шансов помешать, скажем, поболее будет. Если он сможет подходить к крипам. Но к крипам он подойти не сможет, потому что здесь есть Рубик и Дрян Протектор, которые, в принципе, будут его отгонять и по случаю даже пытаются, наверное, забрать. Но все-таки Тайдхантер, да, если загуляет, если выйдет слишком далеко из-под своего тавера, то рискует быть поднятым через телекинез и замедленным через личсид. Но пока у нас очень все спокойно.
ребята разбираются с крипами. В миде видим КС пока имеет 3-0 крипстат. Топ-ларочки 5-3. Ну, конь немножко получше. В целом, Руби, конечно, этому поспособствовал. 8-4 теряние есть у Марфа уже. У Death Profit 8-3. Тоже, в принципе, КС примерно одинаковый. Ну, не знаю, дорогие друзья. То есть, сложновато будет, мне кажется, Фениксам победить через такой пик. Им нужно будет поначалу захватывать инициативу и доминировать на всей карте. Но это будет сложно сделать, опять же, если дать немножечко пофармить FD. Потому что как только Морфик получает немного фарма, получает Ликенсфер какой-то. Вот Драгонайт там какой-то БКБ появится, от Хантера, в принципе, Даггер. Больше ничего не надо для полного счастья. Даггер там же появится у Синкинга. Будут врывы, будет инициация, и такие вот, как Рубик, например, Темпларочка. Ну, в какой-то смере даже Трид Протектор, наверное. Ну и даже Death Profit будут от АУЕ хорошего распадаться очень быстро. Для АУЕ у нас, видите, есть Тайдхантер и Синкинг. Хорошие рассказы. Но пока видим, суппорты не перемещаются вообще никак по карте. Они просто делают пулы, стараются как-то отогнать оффлейнеров. Ну и в целом все. На этом их активность заканчивается. Ну, Бэтрайдер понял, что на сложной линии ловить ему нечего. Ну, получил тот самый необходимый третий уровень, с которым он будет выфармивать себе, делать стаки нейтралов и выфармивать впоследствии. Второй Firefly, видим первые стики на палму. Спокойно успел сделать даже вот здесь так. Должно получиться. Да, ну вот хорошо. Ну и Синкинг, в принципе, должен заниматься тем же самым. Делает стаки вот на этом пуле, на этой точке. Правда, нет у него Сэндшторма, конечно, это неприятно. Где-то, наверное, есть смысл подворовать экспы у своего керри-героя. Но что пулы здесь сделать не получится. Вот нашли здесь обсервер, вот теперь получится. Хороший сантришник от Дазлика. И вот все-таки экспу все равно воровать пришлось. Пока тут не появился новый спаун. Так, ну что в миде у нас? Драгонайт 11-5. У Темпларочки пока 15-4. Чуть получше у нас обстоят дела у Темпларки. Ну, опять же, свой КС. КС будет набирать с счетом, с получением, точнее, уровня 5, когда третий будет брафайр. Ну, вот сапог он себе уже приобрел. Ботл продолжает обузить через курьера. Ну, Коа, понятное дело, с самого начала неплохо расправляется с крипами за счет рефракшена. Тоже третьего уровня мы видим. Сапог ботл также имеется. Даже не пришлось ни разу тратить, видим, танка. Так, ну и что керри-герои у нас? 25-4. У Марча на Death Profit, у Морфлика 25-14. Видим, примерно такой же КС по чужим крипам, но вот своих он добивает чуть получше. Больше контроля, больше пота. Тафф 365 монет, левел 3. Ну вот, если мы сравним, например, двух оффлейнеров, ясно понимаем, что у Бэтрайдера дела немножечко получше будут обстоять. Все-таки он через леса там фармит крипов. А, ну вот Тафф, правда, сейчас тоже фармит. К нему пришла хорошая пачка крипов. И вот он пытается их выфармить. Правда, ни одного крипа не забрал, но такое. Ловит уже крипс формы первые. Ну, даже не первые, а третьего уровня. Матч через Рико Базилию. Сапог, кстати, такой... собирается пушить. Ну и здесь такой интересный забег от MVP. Наконец-то прошивает. Смоки пытаются атаковать. Кстати, возможно, ответная атака от Дазла. Дазл левел 3 также. Ну, не самый, скажем, это убийственный такой Дазлик. Мы знаем, последний патч немножечко пофиксили Poison Touch. Он теперь не станет. Вот, это очень неприятно. Поэтому одному Дазлу, конечно, гангать не очень. Это план, конечно, немножко попроще. Здесь Тренту, Трент. Не знаю, Коа заходит прям по тавер и спокойно тут уже убегает. Все просто. Так, Морфлик купил себе, мы видим, Медас. Через этот артефакт пошел Чейнс. Ну и Death Profit пока фейзы. Левел 5, нет еще экзорцизма. Как только появится экзорцизм, можно будет носить тавер, в принципе. Ну, при поддержке, конечно же, каких-то своих суппортов. Да, ребят, есть у ФД, у РРК и у Сайф есть шансы еще на выход. Очень маленькие шансы. Это при супер невероятнейших раскладах, при таких, в которых, например, первые три места будут точно нам зафиксированы. Четвертое, пятое, шестое, седьмое место, например, имеют по 4 поражения. Вот в этом случае у нас будут тайбрейкеры сыграны, и вот эти команды, если выиграют свои последние матчи, в теории еще имеют шансы. Марч сегодня пошел на Дафу. Давить прям по тавер. Далеко заходит. Да ладно, и в соло делает фраг. Боже, Марч. Эти корейцы. Мы помним, да, то есть Фениксы буквально недавно приезжали у нас на финал 9-го сезона StarLadder, не показали там абсолютно ничего, проиграли все свои матчи. Вот, ну, опыт. Получили самое главное опыт, и сейчас этим опытом они доминируют на своей квалификации. Вы знаете, шансы у них есть очень даже неплохие пройти, пробиться в плей-офф, пробиться именно, точнее, завоевать тот самый заветный слот на International. На терене в миде забрали топ-ларочку, здесь уже КС постарался через Dragon форму при поддержке суппортов, так и понимаю. Да, Тайдхантер еще... Нет, Тайдхантер не участвовал. Тайдхантер просто умирал. Дазл участвовал.
Вот. Но в целом Тауэр потеряли все равно ребята из ФД, и Ферстблад они тоже потеряли, так что Фениксы должны были зарабатывать себе какое-то преимущество, которое оставляет уже порядка 2000 по деньгам, по XP, пока правда в нулях. Так, ну и use Glyph Fortification, или что это такое? А, у Руби какой-то дисконнект, окей, ждем их. Окей, ждем. Ну да, действительно, сейчас единственная возможность выиграть MVP, то есть с самого начала давить противника, зарабатывать себе преимущество. Вот, в принципе, очень правильно сейчас действует Марч. Вот эта вот ранняя доминация, получение First Blood и снесение Таура пойдет явно на пользу. Ну, можно будет собрать какие-то быстрые артефакты. Я, правда, не совсем понимаю, что ей здесь в данной ситуации нужно. Но обычно мы видим на таких-то профитах какие-то механизмы, покупки Блудстоуна, возможно, Юла, да. То есть вот эти арты, они, конечно, неплохо смотрятся на персонажа Death Profit. Вот. Ну и опять же по кулдауну экзорцизма просто заходим и сносим товара. Все просто. Но там проблема. Там морфлинг есть, да, которому еще нужно фармить. Фармить, понятное дело, нужно много. Если вдруг немножечко протянут MVP Феникс, они потом столкнутся с большой проблемой. Проблемой в виде Чейнса. Чейнс, который выфармит себе Ликинсферу и Терриал Блейд, будет представлять огромную опасность для оппонента, потому что такие там персонажи, как Рубик, там, опять же, Death Profit всякие, они будут летать очень быстро. Видим, что есть уже Void Stone, все-таки Юл первым артефактом появится у Марча. Ну, экзорцизм через 20 секунд появится, с этим экзорцизмом может подпушивать Т2, либо же переместиться на какую-то из линий с пушей Т1. Посмотрим, чем они будут заниматься. Куо после смерти вернулся в мид. Есть фейзы, есть ботл. Magic Wand, левел 7. Refraction 4. Приходит у нас Хин. Вместе с Ризеном пытается пить Dragon Knight. Хороший Бурустрайк в исполнении Сэнкинга. Префай на развороте. Хин подставляется. Дафа выдает его хороший ревич по троим. Эджи смэш. Куо тоже, скорее всего, просядет. Получает стан. Refraction еще есть. Юзает Magic Wanды. Замедляет противника. Очень больно. Через Refraction фейтбол. Залетает. Еще плюшку нужно дать. И убивает Лайби. Хорош. Темпларк на развороте, Куо. Красавчик, 2-2 счет. Казалось бы, хорошо начали ферст дебата, но этот замес. Но одного потеряли. Разве получился по суппорту. Вот, ну а Марчи, опять же, используя свой экзорцизм, тем временем пытается пушить. Развел уже команду противников на Glyph Fortification и... Dire's bottom tower is under attack. It may yet stand. Залетает еще одна. Еще один крип с вором. Ну, Тайдхантер здесь, конечно, на отпуше очень слабый персонаж. Так, и MVP Феникс пошли искать противника. Здесь Патрайдер уже с даггером залетает. И это минус Далсик. Ну, вот в чем разница между двумя этими оффлейнерами? Мы с вами говорили, да, Патрайдер вынесет себе из леса даггер. А вот Дафа нет. У Дафа всего лишь 1100 монет после сапога. В этом плане, конечно, Патрайдер немножечко поинтереснее смотрится. Так, ну вот со скайпом какие-то проблемы. Окей. Ждем переподключения. Надеюсь, у нас не будет никаких проблем с этими паузами и так далее. Не хочется игры затягивать, не хочется их задерживать. Потому что, как мне подсказывает моя чуйка, что здесь попахивает тайбрейкерами все-таки. Будет очень интересная развязка в этой серии квалификации. Напомню, что у нас уже завтра начнутся плей-оффы. Мы будем смотреть 2 best of 3 матча, как это было в принципе в предыдущей квалификации. Послезавтра мы будем смотреть уже 1 best of 3 и 1 best of 5. И у нас уже послезавтра закончится серия квалификаций, ровно половина квалификаций всех. Вот, напомню, что все у нас предусмотрено в рамках International 4-го 4 квалификации. Первая была американская, она уже прошла, сейчас идет серия, дальше у нас будет Китай. Будет очень интересная квалификация, опять же, очень ожесточенные матчи. Ну и, конечно же, на сладенькое, напоследок, Valve предусмотрели нам европейскую квалификацию уже с нашими командами. Там уже, конечно, будет... Тоже очень интересно. Будем смотреть. На протяжении всего этого времени для вас освещает коллеги StarLadder, скажем, все эти игры. Комментаторы работают, большая группа людей. И режиссеры, и много-много-много кто еще. Вот, так что имейте в виду. Ну что, смещается у нас вниз тем временем Марч. На топе Т2 Тауэр он не допушил. Хотят подпушить Т1 здесь. У нас сирене в миде атака на Куо. КС под формой. Лаби подтягивается здесь Бороу Страйк. Моментально спилили здесь у нас Куо. Ну вот уязвимый Тепларч, конечно, к таким гангам. Сейчас сюда Рубик делает ТП. Зачем? Получает стан. Дафа, правда, пока только гаш дал. КС еще стан не давал. Пытается спрятаться у нас Рубик. Получает Либин Карбор. Мансует. Ну тут Лаби, конечно, его приговаривает своим Бороу Страйком. Ну и килл для Тайдхантера. Ну просто фитфест какой-то организовали Фениксы. Я не знаю, чем они это сделали.
Миде вполне можно и не фидить было. Ну, в частности, ладно, эта парочка умерла, но Рубик-то не должен просто подтягиваться. Так, ну вот пытается снести Тава сразу, ребята, из Ферзи Паттера, пока у КС есть Драгон Форма. Вот Райдер здесь, пришел на ТЭП. Без флеймбрейка отпушить вообще нечем. Еще на ТП сюда делается. Ну и в ответчику забирать, наверное, никого не будут, хотя Феникс вроде бы рядом здесь, этот вот Фориф. И... да, ничего не сделал. Но, правда, снизу у нас Марш подпушил Тауэр, да, то есть, да, делается ТП. Ну и КС на дефе. Ну, 4-3 у нас пока останется счет, 11-я минута встречи. Давайте взглянем, что у нас происходит по экономике. Видим, Феникс вначале доминировали, сейчас графики скатились в ноль. Ну, а Ферзи Паттер пока небольшое преимущество по XP имеет. Ну и пуш. Бесконечный пуш, товаров идет. Пытаются везде же дожать своего оппонента ребята из MP Феникс. Просто давят по всем фронтам. Ну и пока действительно таким пиком ФД остается только отбиваться. Больше заниматься нечем. Ну и, конечно же, Вартошин фармить. Сапог Ринг Фэквилла есть у него. Мидас, Мэджик Вон, ТПшечку. Мидас, конечно же, активно юзает. Но что, очень много денег, где их взять непонятно. Ну что, Тайтхандер смог стунать нас по миду Тауэр, не отдал деньги противнику. Марч здесь Тауэр допушивает. Здесь уже нечем его защищать, но Тауэр. Марч его, конечно же, сносит, пытается спрятаться. Кого-то поднять юл, тэпаут сделать, я не знаю, вот. Ну, тут никого немножко поднял. Так, Лаби потратил уже Бороу Страйк, может тэпаут делать. Может тэпаут делать, Марч пытается просто убежать. Ну, или можно будет просто, да, смотаться. Ну, в целом, достиг своего, чего хотел Марч у нас, то есть собрал Тауэр. Уже, получается, 3 тавра спушили ребята из EVP Phoenix. И еще вот 2 тавра на топе, видим, подгрызенные немного. Надо, конечно, не останавливаться достигнутым и пушить дальше. Полностью реализовывать свой пик, иначе потом от морфа проблем не оберешься. Мы это уже с вами неоднократно обсуждали. И Chain сейчас, конечно же, именно подходит к тому этапу, когда он должен вносить себе много-много шмоток. Пока покупает себе только кольцо. Надо тоже спушивать, наверное, товара, где-то, может быть, принимать активное участие в замесах. Потому что за них только крипов много денег не вывезешь. Даже с Мидасом, по идее. Заходит на Тауэр один. А Дэйв пока только Хин. Кстати, Хин левел 5, то есть по-прежнему без оверграфа. Рубик поймал Гаш. На развороте дал Фейтболт. Рубик Армор. Туда залетает еще Вейформ. Так, ну и Рубик Вейформ-то ту самую своровал. Что Фариф? Тайгер имеет без форстафа пока, но, в принципе, готов, наверное, врываться. Тайтхантер пытается уйти. Тэп-аут. Здесь поймали Чейнса, не дали сделать ему тапу. Тэп-аут. Ну и Чейнс, окей, сказал Вейформ и просто уйдет, наверное. КС на развороте. Рубика пытается убить. Да ладно, большие проблемы у Рубика. Рубик Вейформ-аут ворованным просто уходит. И да, и сматываются ребята. Еще не все, смотрите. Тепларочки убивает время с Экинга. Еще замедляет, видим. Дазла. Дазл тэп-аут под Грейвом. Уйдет. И тут давит еще Морфа. Морф. Большие проблемы. У него маны не осталось. Перекачку все потратил. Скорее всего, будут его здесь ловить. Флеймбрейк. Залетает у нас Рубик. Телекинез. Чейнс личит, ловит. И Чейнс тоже умирает. С красавцы Феникса, смотрите, на отходе поймали противника сейчас. Не дали сделать ТП-шки, во-первых. Сорвали много ТП. И, конечно же, подрались очень удачно. И 5-4 в их пользу. 13-я минута встречи. Марч у нас экзорцизм только-только потратил. Есть у него теперь уже после Юла Баклер. Будет делать семиказм. Ну, та самая деф-профи, которая будет очень плотная. Будет вытанковывать и будет попутно спушивать товара. Ну и Куо купил себе Яшу. Ну, буквально игрой ранее нам товарищ Миркл показывал, как нужно исполнять какие-то пларочки, какие артефакты собирать. Сайв там, Миркл. Посмотрим Куо. Что сможет вывести в этой карте. Заходит пока на Рошана. Ну, без сопротивления. Вроде как убивают. Хотя, вроде, и ребята из ФД прекрасно понимают, что здесь происходит. У Дав появляется Баклер хадрешечки. Даггера пока не будет. У Лаби даггер уже есть. Ну, и Дазлик прожимает смог. Побежали. Есть ли Рэвидж? Да, у Дав и есть Рэвидж. Нужно, чтобы потянулись тиммейты. Быстрее уже нужно туда идти, потому что Рошан очень быстро упадет. Быстрее смещайтесь, ребята из ФД, если хотите за него подраться. Дав впрыгнул. Отогнал противника. Куо тоже тут. Так, Батрайдер влетел. Поймал у нас, видим, КСа. Зацепил его на хайграунд. Вот Драгнайт на хайграунд, конечно, бесполезная тема. Там он будет стоять. Рейвидж проюзывается. Заходит с эпицентром Лаби. Не очень удачно. Ответный Рейвидж в исполнении Рубика. Он покруче получился. Даже разваливает Феникс своего оппонента. Боже, Ризен, какой ты царь. Телекинез. Будут убивать еще и Дазл. Дазл пытается сделать тэп-аут. И КС бесполезный, которого очень хорошо вступил в Афарию. Боже, какая это была потрясающая драка в исполнении P-Феникс. Минус 5. Full 5 man team vibe. Отлично. Вот это игра. Вот это уровень, конечно. А так, наверное, можно просто памятник при жизни поставить, что у нас и Батрайдеру, что и Рубику за такой превосходный файт.
Ну что, моментально сносит минус пятерых, убивает, конечно же, Рошана, зарабатывает Аегис, и все это на 15 минуте этой карты. Да уж, дорогие друзья, я должен быстренько записать этот момент. У нас потом это наверняка будет хайлайт, потому что, ну, такой красивый замес. Что прям диву даешься. Ну что, смотрим дальше. 15-я минута встречи. Немножечко сейчас, думаю, FD были удивлены таким раскладом. Вроде бы у них все АУЕ спелы, у них хорошие врывы и так далее. Но вот, видим, противник их переиграл. В этом плане, конечно, получилось очень-очень замечательно все. Так, ну что, Гем приобретает себе Тренд Протектор. Death Profit у нас имеет уже Меканзом 2000 денег сверху у Марча. Ну, с этого замеса, конечно, много кто денег поимел. Хин у нас в Аркейн Бутсы 800 монет. Темпларочка покупает себе сразу Метрил Хаммер. Ну, там, если все хорошо будет идти, то Дизолятор. Если все плохо, то БКБ. Робик у нас в Аркейн Бутсы 1900, кстати, тоже появится скоро Даггер. Ну, и Даггер есть уже у Трайдера, есть Форстаф и есть Гем. Ну, пока вроде все хорошо. Ну что, смотрим дальше. Снизу у нас Chains. Ring of Health, 1200 монет. Ну, сейчас насобирает себе на персференс, конечно. Быстрой ликинсферы не будет, но в целом после Медаса все равно, я думаю, минуте 20 уже точно линку себе насобирает. Ну, Тагер себе Рубик тоже приобрел. Так, ну, то Рубика Ревич, кстати. И, скорее всего, он успеет его еще раз заюзать. 30 секунд. Ультимейт здесь закончится. Ну, не знаю, сколько действий, вот по этому таймеру не очень-то понятно, на самом деле. Лучше бы сделали такой же, как у Рошана, чтобы так показывалось, по сколько минут. Ну, окей. Снизу, кстати, видит здесь Чейнса, хочется его зацепить пока без Линкин сферы. Батрайдер залетает, Фориф, Лассо, да, забрали Чейнса, подцепили, есть Сайленс, пытается убить. Фейтболт, прыгают дальше, Чейнс ловит флеймбрэк, пытается уйти на вейвформе. ТП аут, если чем сбить, и... Оверграфт тратит и поднимает Фьюл. Просто все потратили в этого Чейнса и избивают его. Ну, на самом деле, можно было потратить еще и намного больше. Можно абсолютно все спелы вкинуть. Главное, вы убили хардкерри героя или прекратили его фарм. Это самое главное. И, конечно же, по низу сразу пойдут. Марш сейчас прожмет экзорцизм. Появляется у него уже Виталити Бустер. 1600 монет сверху. Dire's middle tower is under attack. No Gale can snuff the flames. Но пока, понятное дело, Батрайдера нет. Radiant's bottom tower is under attack. There is little Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Ну что, заходит, конечно же, на тавер. Это начинает его пробивать. Очень даже неплохо получается. Radiant's bottom tower is now but kindling. Окей, сделаю вот так тогда. Ну, поехали смотреть дальше. Заход на ХГ сразу. Вот даже экзорцизм не тратили, только сейчас его включили. Смотрите, клиф, в принципе, включается. Ребята, Ферзи Паттеры, потому что 3 тавер на 18 минуте, нужно что-то делать. Что делать, вопрос? У Рубика. Нет Рэвиджа. У Рубика кончился. Не смог он его провязать. Ну и спирицы летают, мы видим, потихонечку кушают. Это 3 тавер, съели уже практически 60% его здоровья. Наверное, надо сейчас Фениксом отойти. Ну, потому что кулдаун, экзорцизм без него скушать не получится. Ну и потом в следующем заходе уже завершить начатое. Меканзе появляется Найтхантера. КУО 2100 пока ничего себе не покупает. Марч 2200. Ну, на Тараску хочет выйти. Так, попытка в мите что-то синициировать. Ну, готов лави впрыгивать. Есть у него, конечно же, эпицентр. И удав уже откатился ультимейт. Главное, опять же, не отдать этот ультимейт Рубику. Это было бы очень неприятно. Ну, просто после того, как провизуешь, конечно же, свой ревидж, даешь еще какой-то энчисмеш или гаш. И все становится хорошо. Так, ну что, Рубик в инвизе. Пока в инвизе от Транта. Куо у нас себе что-то купил. Купил себе дизолятор. Ну да, пока все хорошо, MP Феникс, они выигрывают файты. В принципе, нет необходимости Тепларочке покупать какую-то БКБшку на живучесть. Живучести ей дает сейчас Аегис и Рефракшн. Ну что, подавили немножечко мид. Тут, в принципе, должен стянуться Марч. Где Марч? Вот, Death Profit он уже подтягивается. Через 7 секунд появится экзорцизм. Ну что, в принципе, готовы они спушивают. Два тавера, еще один. Здесь уже нет Глиф Фортификейшн. Готовы ли драться в ФД? Где Морф? Морф 1400 монет. Очень слабо. Чейнс на 20 минуте не будет у него никакой ликин сферы. Покупает себе ПТ. Radiant's middle tower is under attack. It will fall like a ripe apple. Да, два тавера дают.
Ребята из Феникс. Отступаем. Ну все, вроде пока последовательно, все внешние товары они уже спушили. Следующий остался только заход на хайграунд. Пытаются прожать смог, может быть, на развороте на кого-то напасть и убить. Надо пока просто смог и бегают по чужим лесам. Ну, полностью захватили инициативу, посмотрите по графикам. То есть, да, вот 8 тысяч преимущества, по XP там около 7,5 тысяч. Значит, неплохо. Ну, это даже вот в территориальном плане тоже видно на карте, да, на мини-карте. То есть, где бегают ребята из ФД, вот так вот по своей базе только. Ну, и всю остальную часть контролируют у нас ребята из EVP Феникс. Корейцы, конечно, жгут. Хочется кого-то внезапно поймать. Бегает здесь, например, Дазлик. Далековато он находился, бы трайдер впрыгивать не стал. Так, у Марча экзорцизма пока нет, 40 секунд еще. Нужно ждать. 2600 у него денег. Ну, в лесах особо много не нафармишь. Хочется сместиться на топ и там отпушить линию. Но здесь, конечно, будет денег побольше. Так, ну и Рубик покупает себе, мы видим, поинт-бустер. Вы давненько видели вообще Рубика с Аганимом, нет? Это интересно. Ну, напомню, по-моему, если я не ошибаюсь, после последнего апдейта, если собираешь Аганим на Рубике, любой спел, который ты своровал, ну, если какой-то ультимейт, он будет с эффектом Аганима автоматически. То есть, например, ты сейчас воруешь Эпицентр, он у тебя будет с эффектом Аганима. Ну, больше здесь, по сути, ну и у Дазла, в принципе, тоже, да? Если ты своруешь его ВИФ, то тоже будет... С эффектом Аганима. Так, находит нас тем временем здесь Трента. Загулял немножечко Хин. Пробивает с руки. Ченс-то тоже подтягивается. Депти в страйк, вейформа минус. Ну, это, конечно, сами не правы MP Феникс. Но просто не знают, чем заниматься. То есть пока фармит Куой, пока фармит Марч, суппорты бегают по чужому лесу и абсолютно не знают, что им делать. Но Марч купил себе Тараску и, наверное, уже готов идти дальше. Откатился у него экзорцизм. Надо выбрать просто одну из линий, надавить. Ну, конечно, проще всего снизу зайти, потому что, во-первых, это самая удобная линия для Дайр при заходе на ХГ к противнику. Ну и, конечно же, здесь уже три тавра немножечко побит. Так что все идет и все складывается таким образом, что вот нужно идти именно по нижнему лейну. Да, здесь уже концентрируют свои силы ребята из MVP Феникс. Ко рядом, Рубик рядышком. Бэтрайдер тоже здесь. Бутсов Трейл, кстати, себе приобрел. Ну и подтягивается Марч. И Хин после респауна тоже прибегает. Марфила 3300 имеет, кстати. Хватает на ультимейт торп и на персверенс в целом. Ну и осталось только нафармить на свиток, на ликинсферу. Ну, появится какой-нибудь 25-й, наверное. КС наскупил себе БКБ, тоже очень важно. 10-годная БКБ, за месяц пригодится. Ну что, Марч вызывает экзорцизм, заходит на ХГ. Здесь есть уже глиф фортификейшн, моментально все ТП делается, вив. Драгонайт зашел, включил форму. Лаби подкапывает двоих, Бороу Страйк, правда, вытаскивает, смотрите, Драгонайт, он пока без БКБ. Сразу на него повесили Шалу Грейв, по-моему, рановато немножечко. Рэвидж от Дафа. Своровал Рэвидж, ответный Рэвидж, исполнение Рубика, залетает, хорошо, минус Тайтхантер, будут убивать остальных тоже, залетает еще Куо, под Мелдом удар, не прощает, видим Дасла. Погоня дальше, у КС большие проблемы, Марч его гонит, по трэпам замедление, умирает КС, Лаби проседает тоже, Чейнс не знает, что делать, флеймбрейк на ход, это просто минус 5. Full 5-man team vibe в исполнении ребят из MVP Phoenix, 2 байбека, но сторона упадет. Вот это, конечно, корейцы ставили. Потрясающе, игра. Просто потрясающе. Сносятся бараки. Под изолятор, конечно. Значит, очень быстро справляется Куо. На КС-а. Вот тут его сейчас будут звать. Уже после глиф фортификейшна. Ой, после, извините, байбека. Подняли Тайтхантера. Тайтхантер пока бесполезный кусок мяса, потому что уже все потрачено было. Юзится оборка под Хина теперь. Минус Энкинг. Дафа тоже будет умирать. Ну, в общем, раздавили команду противников сейчас. И, наверное, стоит писать ГВ. Так, как пишут ребята из Кортипатта. Ну что, Фениксы победили. Они показали, насколько они стали сейчас сильны. Побеждают они в этом матче. Соответственно, они... закрепляются на позиции топ-2 в рамках этой квалификации. Ну а ФД теряет абсолютно все шансы на попадание в плей-офф. И они выбывают из этой квалификации. Что-таки, друзья, у нас будет небольшая пауза. Следующий матч у нас будет между двумя аутсайдерами на этом стриме. Зефиры против Execration. Ну, матч, который абсолютно ничего не будет решать. Но в целом мы все равно его, конечно, посмотрим и поглядим. Начнется он у нас в 10 сет.
да, в общем, через 40 минут. Пока переключайтесь на другие стримы и смотрите. С вами сегодня Адекват, это StarLadder. Услышимся еще, дорогие друзья.